Старая классика. Бью против Янга. Разборки маленького Китая. Так, Максим жмет, Харугума жмет свои длинные кнопки, когда тужбэчит. Так, перит воздушную атаку, прыжки. Пошла река, захват. Домита будет, скорее всего, пытаться не выпускать Харугума из угла. Командный захват. Не достал, скорее всего, сами его не угадал, или с дистанции. Еще захват. Не выпускает, нету универсалов, еще один. Будет третий, нету. Привет. Бэм. Так, первый раунд за Янгом. Эки Домита. Размер был размер воздуха. Река не дает ничего сделать сил, а хотя нет, все, захват. Перебивает, остает. Пытался Максим выпустить Янга из угла, но сейчас меняется местами. Теперь Домит жмет, держит его в углу максимально как может. Жмет все свои грязные топки. В принципе, если сейчас Домит какая-то один удар, не захват, именно удар, то поясню, он может умереть. Скорее всего, Максим будет с Харюхом будет сохранить свой метр второго раунда, попытается затянуть, если сейчас заберет эту игру. Но пока ничего не вышло. Я считаю, что в принципе надо было тратить супер, он мог бы его чипом добить. Но мне тогда пришлось бы парить какой-то из удара, желательно последний, а или лучше все. Не так, это летает. Пэм. Первый таунт есть. Захват. Второй таунт. И третий. Все. Его будет еще сложнее убить. Урона практически ничего все. Ну, ладно, тут почувствовал. Опять в угол. Еще захват. Что-то Харугума не может порвать. В сторону. А наказание нету. Бум. Там преимущество, как Максим говорил, у преимущества захвата там вроде пару фреймов или один на вейкапе, так что лучше сразу не захватывать. Мы разбавляем его и на украинский, можно разбавлять и на английский. Так, ну тем временем Максим ушел, Харугума ушел из угла с супером. Первый таунт. Нет, мы не на всех трансляциях говорим на английских или украинских. На английских мы по большей части пытаемся турниры вести. Скажем так, которые полноценно у нас призовым фондом и все так далее. А вот эти обычные наши стримы, как вторник, среда, пятница, как проходит, мы говорим, на котором захотим. Так, супер, запырил. Неплохо тем временем. Так, я уже забыл, третий таунт где-то. Идет захват. Бум! Один удар. Даже чипом можно. Так, счет тем временем 1-1, никто ничего не меняет, пиши супер остается, и та же сама арена и будет сейчас. Блин, еще император захватывает, показалось. Так, антиэр вас. Прыжки, неплохо. Захват. Первый таунт. Блин, какая же мерзкая спешл у Янга. Меж.
Так, Максим Харума не знает, что делать. Его пока булят. Захваты не проходят, Перри не нажимается. Но зато есть супер, который, в принципе, проходит. Так, это вроде второй таунт был. Охват. В принципе, есть шанс выиграть. А, размен по ударам. Не было Перри со стороны Домита. И... у него оказалось больше хп Харума. Прояви божий таунт по кью. Первый таунт. Перри. Воздушный, неплохо. Антиэйрит. Захват. Просто подошел, взял наглый. Нажмет длинные кнопки. Три раза подряд проходит. Господи, что за булин? Тут должно быть наказание. Нету. Может, за Янга просто, в принципе, сложно наказывать кью. Ноги, руки короткие. Хотел бы его супер в ответ ему вести. Урон есть урон. Ну это должен быть... Не рассчитал тайминг. Да, в принципе, я ожидал. Будет супер на вейкапе. Так, с тем временем... Что там 2-1 побеждаешь?